Здравствуйте, я Виолетта, мне скоро будет 55 лет, и я оставляю этот отзыв Ольге Мира. Так как теперь прохожу ее программу «Лучшая версия твоего тела. Четвертый поток». Я пришла именно на естественное омоложение. Эта тема меня как-то очень давно интересовала и интересует. Ну и у меня всегда был лишний вес. При моем росте 1,72 м, 82 килограмма. Прошло не целых 6 недель с момента, когда я стала выполнять Олины рекомендации. И вот хочу поделиться своими достижениями, так как у меня ушло 9,5 килограмм, 59 сантиметров, ну и, наверное, около 2 размеров. У меня была 20-летняя астма, и до программы я пользовалась ингалятором, ну, раза 2 в неделю. Со времени старта программы я им воспользовалась только один раз. И где-то, ну, спустя 3 недели. Вот. И это при том, что теперь время осень-зима. В это время я всегда пользовалась ингалятором чаще. И у меня 25 лет немела правая рука. И ничего с этим как-то поделать не могла. Бывало, что ночью от боли просыпалась и ходила, и пробовала как-то облегчить, ничего не получалось. Теперь это немение стало совсем слабым. И плюс появились боли такие вот, когда нервы отходят, оживают. То есть, ну, явное улучшение. И еще появился один очень такой весомый бонус. Я в магазине стала тратить на еду раза в 4 меньше. Это очень ощутимо и очень приятно. И все это как-то очень мягко и естественно вписалось в мою жизнь. Я узнала, что сначала происходит оздоровление, а потом омоложение. Так что я продолжаю идти дальше и прекращать точно не собираюсь. И хочу выразить, вот правда, огромную благодарность, Оля, тебе за твою заботу, внимание и сердечность. Этот курс стал одним из самых знаковых. И встреча с тобой вот в моей жизни, потому что это правда ее изменила. Вот, благодарю. Так что, девочки, мальчики, все, кто хотят изменений в своей жизни, если вы готовы к ним, то приходите к Ольге. Правда, получите. Благодарю.